Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Снова с вами я, Евгеша Стар, и рассказываю о очень интересной Корее, где я нашла еще один магазинчик для наших любимых питомцев. Начинаем. Здесь мы оплачиваем. Здесь, смотрите, камеры. Все оснащено новейшим обработкой. Вообще, я просто в шоке. И они растут, как грибы после дождика в четверг. Смотрите, какое разнообразие для моего Микиша. Просто разного питания. И органик, и рыбка, и мяско, и для волосиков. Все, что хочешь и не хочешь. Были бы деньги. Всякие вкусняшки, всякие шампуньки, ложечки. Микки, ты у меня золотой мальчик. И печеньки на десерт, и одежка, и косточки всякие разные. Боже мой. Вот я одно знаю, что Микки сюда заходить нельзя, потому что... Он слопает все. Смотрите, и салфеточки для гигиены, и шампуньки, и спреи. Господи, чего только нету. Мармеладки. Ах, зубные щеточки. Это невозможно не купить, что нужно для моего любимого малыша.